Крупномасштабная операция «Внимание, пешеход» проходила на территории всего региона с 15 по 19 декабря. Экипажи Ангарского ГИБДД дежурили с 3 часов дня до 6 вечера вблизи переходов и аварийных участков дорог. По статистике, в это время увеличивается число ДТП, в которых страдают пешеходы. Сотрудники ГИБДД выявляют не только нарушения правил дорожного движения водителями, которые не предоставляют преимущество пешеходам на пешеходных переходах, а также работают с пешеходами, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах. Одно из самых наиболее распространенных правонарушений. Причем многие пешеходы не признают свою вину и не считают это административным правонарушением. А ведь именно переход проезжей части в неустановленных местах является основной причиной совершения ДТП. За время проведения рейдов сотрудники ГИБДД составили почти 250 административных протоколов на водителей и пешеходов, нарушивших правила.